Всем привет, с вами Медиазона ТВ, и мы сегодня в данном видео расскажем вам точку на озере Янтарное 120-155. Эта точка у нас находится на понтонах, так сказать, квадрат Г3. Вы можете добраться до нее на квадроцикле, либо добежать пешком. Ну, пешком я не рекомендую, достаточно будет долго. Вот. На этой точке мы неплохо отлавливаемся. Вот. Значит, здесь у нас присутствует зеркалочка, чешуйка, рамчатый иногда заходит. То есть, ну, всех видов потихонечку собрали. Как вы видите, льет неплохо. И вот очередного жарабасика мы. А вот он у нас и рамчатый, да? Вот у нас рамчатый. Главное, чтобы он не убежал. Насколько? 14800. Да, он как раз. Плюс процентик доночной ловли. Поклевывает и достаточно очень неплохо. Сейчас покажу вам садочек. Вот, то есть это мы отловились за 39 минут. За 39 минут, правда, много мелочи, но куда без нее. И, соответственно, за 40 минут 62 хвоста. Я считаю, что это хорошо. Сейчас мы покажем вам, на что мы ловим. Ловим мы, значит, на шелку шелковицу 15, черную смородину 15 и дип шелковица. То есть оснастка классический поп-ап. В нее у нас кинуты очки. А, спот у нас сухая прикормочная смесь. Молотая кукуруза, дробленое пойло 15, это сочная шелковица. Бисквит, черная смородина 5, черная смородина 8 и шелковица. Кстати, рекомендую к покупке вот такие вот крючки Зенит. Вот почему именно их? Карпы крючки производства, как они Зенит, невероятно прочные эти крючки, для ловли сильной и осторожной рыбы. Отличный вариант для поп-ап насадок, ребята, понимаете, да? То, что для поп-ап с ними, я думаю, что у вас будет меньше сходов, так что покупайте, так сказать, экспериментируйте. Сейчас мы вытащим рыбку. Посмотрим, что там за крокодил у нас сидит. Но, к сожалению, это у нас нечатный. Нечатный и, может быть, даже незачетный. Зеркалочка. Такого крокодильчика мы отпустим. Всем спасибо. Всем пока-пока. Насчет садка, ребят. Не показываю стоимость садка, потому что это как минимум неправильно. Так как у всех снасти разные. И, то есть фарм на этой точке его 250 и выше. Все зависит еще от того, есть у вас ПВА или нет. То есть с ПВА рыба крупнее приходит. То есть, без ПВА вы будете ловить по 4-5 килограмм. Ну, там, грубо говоря, иногда будут пролетать какие-то там большие. Да, а с ПВА у вас средний вес увеличится. Так что всем пока-пока. Спасибо огромное.